самые мелики, о которых я говорил. В море вода уходит, отлив. Они оголяются, детвора тут, все, что хотите. Когда вода прибывает, прилив, конечно, они покрываются. Вода изумительная. Здесь, ну, посмотрите, красотища какая. Вот самый раз. Вот отдых с детьми младенческого возраста. Даже Анапа рядом не стоит. Там все-таки глубоковато. Я имею в виду для детей младенческого возраста. А здесь самый раз. И в июне море еще чистое, и водичка хорошая. Они отмели, песчаный, чистый песочек. Ну что тут? Тут немножко водой прикрыто на сантиметр. А вот дальше, дальше и до этого есть места, где я сейчас пройду, посмотрите, как дети там развлекаются. Ну, как обычно на любом пляже, даже на Азовском. Масса различных развлечений, именно детских. Ну, эти бананы, или как они называют, ватрушки. Вот, я иду прекрасно. 84-м году мы сюда ходили постоянно с бабушкой. И каждый раз следить за временем, потому что в 16 часов начинался фильм «Четыре танкиста и собака». Тут ничего этого нет. Дети не стояли. Но все равно тогда уже. Сейчас немножко благоустроили, если вложить сюда средства, постараться, то можно сделать неплохой местечко для отдыха именно с детьми.